полна, что никакой кризис я не затронул. Тысячи всевозможных форматов очень интересных. И для меня это sorprendente, потому что это первый раз, когда я имею контакт с русской культурой в una feria como esta, ¿no? Me ha asombrado bastante, sobre todo el producto local, ¿no? Que para mí es algo tan nuevo. Мы не делаем выставку, чтобы просто выставку ради квадратных метров. Мы делаем индустриальное событие. Для того, чтобы событие было важным и нужным, соответственно, и люди должны быть задействованы. Те, которые могут что-то привнести в дальнейшее развитие индустрии. Весь мир идет под слоганом «революция», потому что мы чувствуем, что сейчас грядет революция, что она грядет именно с точки зрения гастрономии, с точки зрения бизнеса, потому что появляется другой класс людей. Молодое поколение, оно думает по-другому, оно уже имеет совершенно другую базу под собой. Они имеют образование, и они совершенно другие уже. Соответственно, они сейчас будут делать революцию в индустрии. В этом году очень много иностранцев приехало, обратило на нас внимание. Россия в последнее время стала очень интересной во всем мире. Great for chefs, restaurateurs to get together in a place like this, see what's going on. I think they're a good thing for the industry. The number of people that I hear and the level of knowledge, like people are super knowledgeable. Мы участвуем не первый раз, так стояла очередь, так стоит. Гости приходят для того, чтобы попробовать какие-то новые напитки или новые лоты кофейные, которые мы привезли. А контракты – это уже долгая работа после выставки. Мы со своей стороны, Федеральное агентство по туризму, всегда поддерживало и рестораторов, и ательеров, и индустрию в целом. Я сказал об этом, что мы работаем на нашу отечественную туриндустрию. Поэтому мне очень важно, каким образом идет отклик, какие-то акценты, которые расставляются. Это нам важно для того, чтобы в дальнейшем работать еще более эффективно. Для индустрии это очень важная выставка. Она ежегодная. Здесь та самая площадка, где гостиницы, поставщики и представители власти могут встретиться и поговорить о насущных проблемах. Самое большое мероприятие в течение года – гостиничные рестораны. В плане того, что одновременно на одной площадке проходит и самая большая выставка, да, и очень приличных объемов форум. Следить в современном даже мире за появляющимися новинками вот в этой динамике очень непросто. Да, а здесь есть возможность вот в одном месте сконцентрировать сразу достаточно большой объем общения, встреч, посмотреть новое, да, то есть как бы пообщаться с коллегами, что-то обсудить. Это здорово. Ну, то есть для меня это очевидно совершенно плюс и польза. Поэтому даже никогда не ставил вопрос, там, прийти, не прийти, приехать, не приехать. Je pense que c'est impératif maintenant d'avoir des formats qui présentent le monde de l'hôtellerie et de la restauration en général, le monde du catering aussi, le monde de la restauration dans tous ses facettes, tous ses domaines, qui est en plein développement exponentiel. Par contre, la dimension internationale est devenue impérative parce que ça correspond au tourisme, ça correspond à la rencontre multiculturelle, aux tendances. Et oui, c'est impératif qu'on ait des domaines à la fois d'inspiration
international et à la fois de développement international. Расти, учиться, это самое главное. Здесь собраны все шеф-повара, все предприятия общественного питания. Это все необходимо. И шашлычные, и рестораны высокой кухни. Это необходимо каждому. Все равно постепенно адаптируется к вот этим новым экономическим реалиям. Чувствуется в целом на рынке некая такая вот подвижка к улучшению. Итак, ПИР 2016 – это 500 с лишним участников, это более 300 экспертов, это порядка 350 мастер-классов, семинаров, это, надеюсь, около 40 тысяч посетителей. Нам нужно работать и дальше над качеством. Качество мероприятий, качество контента, качество сервиса, качество экспонентов и продукции, решения, которые они представляют из себя. Я думаю, это будет основа следующего года, и именно над этим нам и стоит дальше работать.